привет. Привет. Куда мы сегодня едем? К уткам. К уткам, на площадок. Да. И, возможно, там будут аттракционы. Да, мы на них попрыгаем. И я попрыгаю. Да, ну ты попрыгаешь, конечно. Вперед! Сок, живительная энергия. Попили, подкрепились энергией, поехали дальше. Вот смотрите, ребята, редкие кадры. Ворона улетела. Но она взяла с собой Зою. Да, не желудь, а грецкий орех. Ага. Расскажи ребятам, что она делала. Что вороны делали с грецким орехом? Они его взлетали высоко-высоко и сбрасывали на асфальт, чтобы он раскололся. Когда орех раскалывается, тогда они его кушают, потому что он в оболочке. Вот они опять летают, да? Полетели. Но мы их еще словим и заснимем. А тем временем Ева уехала далеко вперед. Сейчас, ребята, Ева покажет вам правильный лайфхак. Очередной правильный лайфхак от Евы. Что мы будем показывать, ребята? Как а надо. Вот так, вот так поедем? Ну поехали. Ух ты, давай, покажи ребятам, как ты умеешь ездить на нем. Круто! О, ребята, мы нашли орехи, которые разбросали вороны. Сейчас Ева их соберет. О, а этот один разбитый, да? Разбитый, вот. Так они их раскалывают, а потом клювиком едят. Вот какие умные птицы, вороны. Да? Поехали дальше? Да. Поехали, ложи в багажник, поехали. Итак, правильный лайфхак от Евы, как надо переходить дорогу. Мы подошли к зебре. Ева слезла с велосипеда и ведет его в руках в целях безопасности. А теперь можно садиться и ехать дальше. Скажем. Привет. Привет. Мы на канале Ева представляет. И сегодня мы будем идти. Это уже четвертая часть, как мы будем прыгать на батуте. Прыгать на батуте. И давай параллельно расскажем ребятам о дорожных знаках. Какой это знак мы перед собой видим? Сейчас, ребята, Ева вам расскажет, что это за знаки. Внизу какой, дочечка, знак? Внизу? Да. Какие там циферки? 4-0, 40, да? Ага. Что это знак означает? Ориентирование скорости 40 км/ч. Совершенно верно. А верхний? Будет
за 15 метров. Совершенно верно. Неровность дороги в виде лежачего полицейского, который там вот впереди, где машины притормаживают. Все, едем дальше? Ага. Поехали! А сейчас, ребята, челлендж. Ева будет ехать не сидя, а на прямых ногах. Раз, два, три. Поехали! Да, по вот такой. Вперед! Ну, пойдем туда, если там выше. Пошли. Осенний челлендж, Special Edition, специальный выпуск. Пока что у меня 11 фигет. Энергия еще полная. Паутина? Удачи, Ева! Испытание пройдено. Теперь уже ты сейфса. Да. Миссия выполнена. Кто-то не подписайся, скорее подписывайся. Нажимай на колокольчик. Да, и пиши комментарии. Пиши в комментариях, какую... Что ты хочешь видеть в следующий раз? Да. Вот мы приехали. Мост с утками. Thank you.
Да, я уже снимаю. Всем привет! Вы на канале Ева представляет. И сегодня мы с вами на площадке. Да, на игровой. У нас есть вот такая высоченная пирамида. И сейчас Ева будет преодолевать эту вершину. Только пока что я покатаюсь на моей любимой вещи. Да, на такой штуке с пружинами. Да. Так, ладно. А теперь мы идем на горку. Идем на горку, ребята. Это посмотрите, какая у нас большущая, красивая горка. Ага. Сейчас я поднимусь наверх. Сейчас Ева поднимется наверх и помашет всем нам ручкой. Да. Мне, походу, надо снять рукавицы. Рукавицы, да, снимай. Ребята, в целях предосторожности всегда снимайте рукавицы, потому что рукавицы скользят, и чтобы не упасть. Надо снимать рукавицы. Я потом вам покажу, как правильно с лестницы слезть. Конечно, покажешь, ребятам же интересно. Папа, я наверху. Да. Молодец. Привет. Привет, ребята. Ева взобралась на вершину. Привет. Ева залезла на самый верх этой горки. Это какая-то ящерица. Это, или геккон. Это, наверное, геккон какой-то. Съезжаешь? Съезжай с горки. А как тут съехать? Не, ну так по, как и залезла по лестнице. Ева, ты идешь лезть на горку? Я тебя уже снимаю. Всем привет, вы на канале Ева представляет. И сегодня другая часть, как я слезаю с большой горки. Да. Горка непростая, с такой пирамидкой, на которую надо еще залазить. Ого, это не простая, а золотая. Да, золотая. Ну, побежали. Вперед! Ева стартует. Давай. Повисла, как колбаса. Лезь. Колбаса. Помнишь, как мне помогали? Помню, как ты была еще маленькая. А теперь ты уже сама лазишь. Тогда ты была масенькая. Я с другой стороны поеду, а то тут я забыла на какую есть, чтобы мне было удобнее залезть. Хорошо, зайчик, давай с другой. Давай, маленький. Хорошо, давай. Пап? Да. А можно такой эффект создать, то что... Ускорение зала? То что ускорение. Конечно, мы так и сделаем.
буду есть 2 часа. Давай. Лезь. Но эта булька очень большая. Да ты не 2 часа, ты быстро завариваешь. Очень большая. Очень. Давай опять. Вершина преодолена. Мила, что есть? Милош, зайди сам тут. Не сидь там. Папа, не катайте меня. А сама? Так высоко, как мальчик. Как мальчика? Давай. Не дам радость спать. Ну, это не важно, дорогу до машины засыпать, да? Да. Я же сверху, а то, значит, ты на нас еще. Слушать, 5 годин, там кожура мяла. 6 скорость на 50 самогоду. Слушай, это лезер. Тримай еще мощно. Ты че еще ее вытрезать, не знаешь. Ну, че выпнул, тримай еще руками мощно. Але все скажу. Куда же подевалась Ева? Велосипед есть, а Евы нет. Доча, ты где? Странно. Велосипед бросила и убежала. Где же она? Ой, кто там спрятался? Вот и доча. Поехали. Все, выключайся.